Том Круз продал свой последний особняк в Лос-Анджелесе по дешевке. Голливудский актер Том Круз продал свой последний особняк в Лос-Анджелесе с третьей попытки. Актеру пришлось дважды снижать цену за дом. Поначалу недвижимость продавалась за 50 миллионов долларов. Затем стоимость уменьшилась до 45 миллионов. Но когда и за такие деньги никто не захотел купить дом, пришлось понизить цену еще на 5 миллионов. Новым владельцем огромного особняка в Беверли-Хиллз стал миллиардер Леон Блэк. За 40 миллионов он получил 7 спален, 9 ванных, бассейн, теннисный корт, детскую площадку и 2 отдельно стоящих домика для гостей. Крузу удалось заработать на сделке 7,5 миллиона. За этот особняк 9 лет назад он заплатил 32,5 миллиона долларов.